Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас очередной тест героя на максималке. Это будет не тот герой, которых я вам показывал. Там я хотел Асурика сделать Фрэнка, мы их тоже сделаем. У нас сегодня будет ПБшка на максималке. Сейчас мы его сделаем. Надо админ панельку затащить. И увидите вы чудо. Давай, 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 друг. Быстрей. Опа! Раз, два, три, трах тебе дох. Админ панелька заработала. Есть. В общем, поехали. Я надеюсь, у вас там музыка не сильно громко. Нормально все. Ну, это Jubilee Pack. Смешно, конечно, он звучит. Такс. Такс, 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 такс. Поехали. У нас тест обалденнейшего ПБшки сегодня. Почему обалденнейшего, сейчас вы узнаете. Во-первых, мы тут делаем... Так, тут мы делаем... Тут мы делаем... Нет, там мы еще не делаем, мы делаем тут. Раз, два, три. Есть еще один талантик, отлично. Так. Первое, что мы делаем, ставим ему СО. Качаем на максималку. Где-то СО мою. Вот она. СО. Есть. Тут меняем на новую чарку. Тун-тун-тун-тун-тун. Что чувство, когда у тебя там 24 тысячи почти коробок, а ты болт вложил на то, чтобы роли чары, потому что они у тебя и так есть, то же самое с талантами. Вуаля, отхил плюс 40% дефа, но это еще опять же не все. Ставим сюда ангела, тут ставим каменку, ну то есть максимальный деф, каменка, и смотрите внимательно. 75% входящего иммунитет к стану. Кулдаун 5 секунд. Делаем вот так вот. Можно даже не тратить эти. Опа! Чик. Итого у нас 13-13. На 13-м герой имеет 82%. 82, ребятушки, 82 и 1920 атаки. Максимальный деф. Let's go. Сейчас посмотрим, что эта зверь машин может делать. Вот мне интересно посмотреть, будет ли он тащить в PvP локациях. Там самый сок будет. Так, смотрим, что у нас там смотритель. Воу-воу-воу-воу, ребятушки, не убивайте его. Они его слили. Они его слили. Точно так же, как и всех остальных героев, сливает смотритель. Этого ты никуда не денешься. О, паладин. Посмотрите, как смотритель нас шатает. Но это все фигня. Отхил 400. Вот, вот это вот урон. Вот это тот урон, который нам надо. Так, встретили Купидона. Вы прикиньте, сейчас Купидон задамажит. Самый плюс по башке, то, что он процентуально бьет. Помимо того, что бьет он с руки, он еще скиллом процентуально сносит. И довольно-таки неплохо. 200% плюс процентуально от жизни.
Так, а где все герои? Что это все? Вот это называется мы напали, ребят. Видите, он даже Винвиз послал Феникса издали. То есть он получается у нас обалденнейший дальник. Так, это все, конечно, смешно. Поехали. Поехали смотреть на очередное унижение. Так, включился. Фрейя включилась по 1000. Вот видите, под скиллом, когда он включается, ну просто, ребятушки, насрать на этот весь урон. Правда, у него отхила сейчас нет. Но вот когда он включен, 2,7. А вот 777 от смотрителя. Ну вот как это назвать? Вот они портят мне полностью всю картину. Не испортили наш видос. Но мы его перезаписывать не будем, потому что я никогда вам видосы не перезаписываю. Я вам показываю все как есть. Чтобы видеть, что может герой, что он не может. Ну, пока, честно говоря, 13-13 его себя, я бы не сказал, что оправдывают. Но вот тут вот это было круто. Как нас срыли. Вот это самая настоящая имба, которая за пару секунд уходит в инвиз. Все то, что вы смотрите, там бегает, бьет, там полчаса стоит. Это все фигня. Вот это самые трушные герои, которые уходят в инвиз через пару секунд. О, кстати, битва двух титанов. Ну вот так вот я вам скажу, довольно-таки неплохо. 30 урона, 13 тысяч, вот когда включается. Но вот посмотрите, что делает Роза. По 300к всекает. А ведь так все хорошо было. Зачем она это сделала? Настроишься делать этот видос, делать эту имбу. А тут на тебя. А пол жизни просто улетает от смотра, и тут ничего вы не сделаете. Ну, красава, красава. Давай еще это. Ушатай. Блин, ну жесть, короче. Короче, здесь это все фигня, по сути. На подземках его использовать, ну, смысла как бы нет. Но мы, конечно же, потестим его на восьмой. Ну, не кошмарки, а на нашей стандартной, где процентуально наносится урон. Ну, понятно, тут его пробивать не будут, как и на других остальных подземках не будут пробивать. Ну, далеко, как видите, этим героям до Розы. Вот Роза на сегодня мне больше всего понравилась в дефном варианте. Но опять же, мы сейчас двигаемся к PvP локациям. Там все может очень кардинально измениться. Но это не точно. Ну давай, жахни этого Купидона. Вот так. Вот сейчас будет самый сок, ребятушки. Пусть он свою ульту закинет сюда. Давай, тащи. Вот это оно. Вот это то, чего стоит от него ожидать. 2 миллиона. 2 ляма он всекает. Хорош, красавчик. Смотрите, 2 ляма. Круто, да? Вот как он центр разобрал. Вообще там дракона большого убрал. Ладно. Это все хорошо. Поехали, одеваем его туда, куда надо. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Давайте начнем. Начнем с арены. Потому что на арене куча интересных противников есть. Как обычно. Или нет? Блин, оказалось бы, он реально должен неплохо тащить. Так, я надеюсь, он по центру. Блин, ПБшка его не по центру. Ну тут, как видите, 1800. Тут он себя, блин, оправдывает. Блин, слили. Так, с первым все понятно. Ищем так, чтобы по центру шли. О, вот отлично. По низу поехали. Итак, ребятушки, встречаем. Бум! 25к, 60, 80 и все. А знаете, что это было? Это было Сура.
Это было самое обидное. Он сливается. Ему надо все-таки ставить поддержку на такие локации. Ну и что дальше? Ну вот стоишь ты, стоишь. Вот включился и все равно слили. Смотритель. И здесь нет. Даже бочка и то круче тащит. Вот посмотрите, смотритель, блин, половину жизни высосал. Сейчас огник нас добьет. То чувство, когда вражеские гарнизонные герои тащат твой камень, а ты ничего сделать не можешь. Против 10-го огника. Печаль, печаль. Печаль полная. Как-то он не оправдывает. Не зря его давно уже вам не показываю и не тестирую, потому что ну, на сегодня он... Ой, у нас тут даже за ранг что-то есть. 410, ничего себе. Спасибо, GG. Я ничего, что я 2 дня просрал. Так. Убрали. Давайте туда гарпию запихнем. Уберем деда. Вот эта локация плюс лабиринт еще да, вот такой вариант ремочный, у него все равно процентуальный урон. Ой, зачем я обновил? То есть он станет по зоне, вот это да. Остальное все это опять же учитывайте то, что вот видите, как он там шатанул всех. Для локаций надо все-таки проклятый доспех для него, потому что он на отражалке будет тот же самый Асура, он себя просто сольет. Ну, вне зависимости от того, какая на нем будет прокачка. Это тот герой, который, к сожалению, сам себя может ушатать. Ну, вот тут видите, он Ронина. Ронин там с оживой. Типа жесткий. Сейчас автопрок пройдет. Ничего себе, Ронька. Смотрите, что Роня делает. Роня просто красава был. Здесь еще тащит. То есть вот за счет своего процентуального урона я показывал. Такими героями очень классно против таких же воевать. То есть он ПБшек будет сливать хорошо. Всех остальных героев, у кого будут прокачаны прорывы. Потому что он бьет процентуально. То есть в этом его как бы вся суть. Многие его на архидемоне могут использовать без доната, у кого там нет особо прокачек, потому что тоже он будет выдавать вам максималку. Блин, а что все с Ронинами бегают? Опять какие-то баги. Багованные Ронины. Ресуются по 10 раз. Да давайте мне уже ту победу. Смертушка это никак не дает покоя. Так. Ну, поехали. Вот видите, вот сейчас он кинул столбики. В принципе нормально все зашло. Ну дальше его опять же заморозили, подстанили. Но пока держится. Вроде как бы был толк. Но, к сожалению, все равно его чпокнули. А есть герои, которые реально себя не дают убивать. Но это не точно, и это не всегда. Вот недомогание тащит против Фрей. Вот тоже очень интересная пачка. Максимум стана. И все very good. То есть, как видите, ни чарка его не спасает, ни 13-13, там где добавилось процентуально, когда он должен получать меньше урона. Ну, то есть, как бы казалось бы, это будет очень круто, это не спасает на сегодня. Ничего себе! Ничего себе, вот это да! Вот вам роза, которая бьет процентуально. Давай, Ник, тащи ее! Конечно, затащит. Доспех еще стоит. Там нереально. Ну, кого тут еще ушатает? Ну, давайте попробуем тут. А тут хорошо зашло.
То есть раз на раз не приходится. Его можно, вот он у меня был в станищей команде, мы оттуда его забрали. Вот она, кстати, и слилась, потому что вот без него уже получается герой не встанет и теряется. Вся тима. То есть, ну, есть очень много нюансов. Да, его можно использовать с Ремкой. Я вам сразу скажу, вот он у меня не зря стоял. Я его использую вместе там с Дрейком, с другими героями, которые могут застанить, заморозить, каменение кинуть, обездвижить. Он очень круто будет смотреться. Но соло, как видите, даже такая прокачка, ну, там, наверное, не прокачанная землеройка, не тащит. Вот понятно все. Но он имеет право на... Он и нужен вам в алтаре, то есть от этого никуда не денешься, но, блин, не то. Не то, к сожалению, и вы это знаете, то есть перед тем, как качать, подумайте, стоит ли его качать на максимум в такую сборку, даст ли оно вам что-то. Конечно, ССО это самый топовый вариант со всего, если вы его прокачаете на урон, поверьте, он у вас будет сливаться в 2 раза быстрее, от него толку никакого не будет, я говорю, ССО с пактом. Ну, то есть на урон прокачаете. Так вот, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков с 13-ками. Думаю, будут интересны еще у нас 13-ки. Всем удачи, всем пока.